Там наверху единственная колонка с водой, которая постоянно замерзает. Воды нету, отопление. Теперь отопление. У каждого стоит печка. Стирать надо? Надо. Кушать, готовить надо? Надо. Мыться ходим в баню. Благо, она недалеко. Я проживаю сейчас в данный момент в этом доме. То есть у нас, нашей семье принадлежит два дома. Этот и соседний. Это, ну, как вся наша территория является. То есть у меня есть заинтересованность построить, но, то есть, если я снесу все, мне просто не дадут построиться заново. То есть вот в этом проблема сейчас самая главная заключается. Сосед в данный момент тоже выкупил территорию, хотел начать строительство, но у него город заблокировал все вот это строительство. Он мне предложил за дом, хотя, значит, и сейчас, и тогда, это было 2 месяца назад, рыночная цена одного квадратного метра, вы уже знаете, 50 тысяч. Правильно? Значит, только за дом мне нужно сколько? 3 миллиона. Плюс, пусть даже по 600 тысяч, 1 200 000 за две мои сотки. Правильно? Итого 4 200. Но за эти деньги я даже с кровати не встану. Понятно? Пожарные вот здесь вот ходили, мне объясняли, что просто так не мог загореться, потому что я была минут 30 тому назад на это. Потом загорелся вот этот, но здесь вспышка такая была, бабах, потому что здесь всякая дрянь была. Вот здесь, видите, и ковер, и все. И вот в этом доме как раз этот самый погиб человек, он был. Я даже не думала, что там кто-то есть.